Город Бамберг, Германия. Зальет, она не будет работать. Ну, ребят, какая прелесть. Работает выхлопная труба, подачи. Все равно вода вылетает только так. Не знаю, вылетает она, вылетает. Пусть смотрит. Господа казаки.
у нас в стране уже... Наш отель выходной день. Запахло Россией. Да. Наш автобус. Город Волков. Фольк. Красный поезд нам.
Ждали мы его. Справа поезд, Максим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Электричка. Рисованные картины, не репродукции. Я вот одного понять не могу, почему там постоянно что-то. Сегодня. Да, не понимаешь, там происходит. Нет, то, по ее лицензии. При уровне жизни, при отстрелах наших русских. Потом она и не пускает ее. Ну, эти спецы, которые обратно, да, от него все отказались. А это вот бегает. Отказались, потому что пришли еще такие же халявщики, которые еще... А тут не бегает, она где-то зацелит. А что будет, если попытаться поспать, просто поспать? Где там громко граница со Швейцарией.
пересекаем границу со Швейцарией. Границу Германии. Я читал Горького. Ну-ка, Миронов, прочитай его. Начинается Швейцария. Буревестник. Я над седой... Лех, а то не пропустят нас. Швейцарланд. Над седой рваниной море. Да. Она что? Я как равнина, я как орать. Граница. Так, не высовывайся, не ходите. Да. А то сейчас начнут ко всем. Так, подожди, а где же автоматы мы звонили? А, вон банк там, значит, вы меня так, получали. Знаешь, там русский, фри. Скажи, проверять будут. Фри. Фри. Фри, да. Фри. Это... Они спрятались. Зачем? И они начали считал, проверять наверное. Сумки и все остальное. А зачем считал, они спрятались? А зачем спрятались? А это психология такая, что они специально. А надо зачем прятаться? Шутки такие, понимаешь? Есть шутки у некоторых. Ты слышал, Боря? Смотри, написано. Deutsche Marke здесь 50. No. Вас трудно узнать. Андрей, на. Первый паспорт, он вообще. Вон канал. Фото. Да? Сухарики не очистили. Пули разлябистые. А, то что фотография на ней. В Германии пули сторон, а с пули разлябистые. Вот Франция едет, да, вот так. Самолет Рама, который разведчик был с правой стороны. Вот он, блядь. Я новый.
Швейцария, 25 марта. Отель, в котором мы остановились. Швейцария. Вид с окна номера. Через 5 лет приехал. Один из европейских поставщиков леса в Швейцарии. Дешевые машины. Нет, но слишком дорогое удовольствие их отсюда брать. Через Германию. Через Германию. А куда? Куда? Да, на Любек, через Финляндию и домой. Да. Как два пальца об асфальт. Об асфальт. Что за вонь такая? Мне кажется, а кто это? Кто-то вчерашнее яйцо раскрыл. Да, ну и сегодняшнее будет так же. Не может. Кто у нас вчера 7 раз не слезал? Ждем немножко. Ну, мне кажется, вы сегодня на него наговариваете. Да, что-то конкретно просто. У нас, может быть, у нас нет.
Да. Может, это источник. Это единственная дама нашего коллектива. Не наговаривай на даму. Вы не выдрадули, гляньте слева. Машина. А это как его, инвалид мой, блядь, как из Запорожска у нас еще. Жопорожец. Нет, еще такая. АК. Волка. Инвалидная машина. Наш отель в Швейцарии. Она заболела, а он и говорит.
Так, доступ к телу Сиры. Да, нужно ручку. Как раз тело из них, волосы на груди. Ну, что волос на груди? Женился я. Неудачно. А в чем, вы считаете, неудача ваша? Анна косая. Ну, куда ж вы до свадьбы смотрели? Я думал, что она мне глазки строит. Жена мужу до Иисуса не свинья. Опять свинья не взялась. Жена говорит, муж, слушай, говорит, Вань, смотри, мой бой. Есть нечего, осталось одно пятно. Умер Ленин. Когда? В свое время. В это время как раз Господь с сатаной играет в бильярд японцев. Ну и значит, шар раз, японец. Идет мужик. Там черный. Нет, смотри, какой. Белый, желтый, черный, желтый. Страшно. Там есть вот этот кошелечек. У леса. Заказ поставил. 700 франков. Еще лежит. Нет, я нашел. Вот в магазин мы ездили. Великолепный магазин, кстати. И техника ради этих очень важна. Самая дешевая хозяйка. Вы... Прости, дорогие. А вот где, которые все, которые я встретил. Дрынки, дорожки. Нормально, да? Стольник. Допустим, велосипед. Где-то за 100 франков. Красивый. Следующим всякой стены должна быть. Германия. У Москвы еще черные. Такая походка на сердце. Вот вы не остались? Еризин. В заряде после концерта выступил батюшка один и сказал, что давайте-ка подумаем, граждане, прежде чем чесать языки, о том, что мы вымираем. Там такая началась порнуха, да? Нет, все затихли и слушать начали. Вы хоть статистику-то знаете, братья и сестры? На карте? Да. Тогда хлам М вторая. Максим. Там второй. Просто глина. Да. Ком глины говорят, да. Это подозрительно. Не забывал, что там сейчас что-то еще как-то. Рухлить. Она как называется? А обмен мена, наверное. Мена, да. Есть. Мена монеты. Мена денег. Белая водка. Водки не было вообще раньше назвать. Есть. Штабс. Овощи. Ну, репа, наверное. Штурка. Если не мы потом на улице. Сколько ехать придется? 6. Завтра здесь ехать. Всего 5-3, вот уже выезжаем.
порядок. Ералаш. Совсем юные караваны. Маленькие. Где я тогда буду? Туда, куда? Кстати, банк. Что-то в чем центральный? Вот смотри, нет, не видать. Отъявился какой-то кошмар. Ну, после вокзала, наверное, курс повышен. Последний концерт здесь будет, в Германии. Вход в концертный зал. Я поеду. Да. Макс, пошел.
Thank you.